Дорогие липайчане, мы продолжаем соблюдать традицию, и в этом году Дедушка Мороз и Снегурочка вновь будут радовать наших детишек. Как вы видите, помощники волшебных персонажей уже готовят подарки. Ну а затем всех ждем у новогодней елки, которая пройдет 28 декабря в 18:00 в Лиепайском русском доме на проспекте Пурмая с 20. Вход, как всегда, свободный. Подарим детям маленькую сказку.